Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами буксом. Называется xserver.ru. Значит, можно просматривать на просмотре рекламки, рекламировать свои проекты. Ну и партнерская программа здесь 100%. Регистрация. Нажимаем на значок ВКонтакте. Далее мы проходим. Ну, здесь появится у вас окно. Нужно разрешить, как бы. Разгадываем капчу. Подтверждаем. Нажимаем вход. И мы попали в кабинет. Так вот наша домашняя страничка выглядит. Ну, давайте просмотрим одну рекламку. 5 секунд. Нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. Идет таймер, вот отсчет в левом нижнем углу. И 164. Нажимаем. Все. Засчитан. Можно закрыть страничку. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Основной баланс рекламодателем. Минимальный вывод отсюда 1 рубль. Ну, давайте пройдемся по вкладочке. Значит, серфинг сайтов, касса. Так, что у нас здесь с кассой? Касса взаимопомощи. Механизм работы кассы. Создайте цель, которую хотите достичь. Внесите взнос в соответствии с ранее выбранной целью. Так, взнос списывается с рекламного баланса. Одновременно могут быть активны только 4 цели на разные суммы. Дождитесь, пока ваша цель будет достигнута. Создайте новую цель взамен уже достигнутой. Угу, выбор цели. Это здесь, ну, типа вот 50 рублей взнос. Мне нужно 50 рублей, взнос 10 рублей. Ага. Мне нужно 250 рублей, взнос 50 рублей, как интересно. Мне нужно 500, 100 рублей. И мне нужно 2500, взнос 500 рублей. Ну, тут механизм распределения взносов. Ну, это, друзья, уже по желанию. Сами, кого заинтересует, посмотрите. Значит, меня же интересует, как бы, заработок и рекламку я даю. Значит, касса, далее идут рефералы. Здесь будет находиться наша партнерская ссылочка, профиль. В профиле прописываем все платежные реквизиты. Нажимаем «Сохранить». И техподдержка. Имя, имейл, краткое сообщение, что нас интересует. Разгадываем капчу, нажимаем «Отправить». Так, далее, что здесь? Серфинг, касса взаимопомощи мы смотрели. Значит, «Добавить сайт». Почем же у нас здесь рекламка? Угу, 2 копейки. Это 1000 просмотров. 20 рублей. Это супер. Значит, баннер или текст. Можно вставлять сюда ссылочку. Выбираем файл. Режим просмотра с таймером. Обычный переход. Время просмотра. Указываем. Далее время. Так, переход сутки. Сколько количество переходов? Частота переходов. Как мы хотим. Ну и, естественно, возможно, будет стоимость подниматься, если мы там будем. Нажимаем сохранить. И как бы это рекламный баланс у нас. Нажимаем пополнить. Это для рекламодателей, друзья. Пополняем. Ну, здесь как 2 копейки, если 1000 просмотров, 20 рублей, 20 рублей. И вот WebMoney, Яндекс, Payeer. И вкладочка «Вывести». Так, минимальная сумма для вывода 1 рубль. Только что смотрела видеообзор о том, что проект платит. Ну, вот такой вот букс. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Вывод, естественно, будет, что выводить, сделаю тоже видеообзор. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.